Привет всем, кто зашел на мой канал. Как и обещала, снимаю для вас видео о том, что мы купили в зоомагазине для Лисы. Для начала хотелось бы показать вот такой набор для чистки зубов собаки. Я его уже открыла, но мы еще не пользовались. В набор входит вот такая щетка. С одной стороны маленькая щеточка. С другой стороны щеточка побольше. Две насадки на пальчики с силиконовым ворсом. С одной стороны ворс подлиннее. С другой стороны ворс короткий. Также в набор входит зубная паста. Здесь она запечатана. Теперь давайте перейдем к вещам. Купили две упаковки носочек. Такие носочки можно одевать под обувь, либо собачка может их носить просто дома, если холодные полы, например, и лапки мерзнут. Поскольку лето все еще продолжается, купили немножко летних вещей. Вот такая футболочка с ярким принтом. Есть вот такие дырочки. Такая футболочка стоила 250 рублей. Показываю вам, как футболочка выглядит на Лисе. Далее купили вот такую маечку. Изображена лапка, на лапке сердечки. Маечка сеточка. Такая маечка стоила 180 рублей. Яркая и легкая маечка. В очень жаркую погоду собачке в ней будет комфортно прогуливаться. И еще что мы купили для лета. Вот такую футболочку. Нежно-розовый цвет. Приятный материал. Так, такая футболочка стоила 260 рублей. Эта футболочка уже плотнее предыдущих, но также остается легенькой, поэтому летом в ней не будет жарко. Скоро уже осень, и мы позаботились о том, что Лиса будет носить осенью. Кофточка. На ней много надписей. Здесь уже плотный материал, очень мягкий. Можно одевать будет просто на прогулку, либо зимой под пуховик. Мягкая, приятная и теплая ткань, да еще и яркий принт. Идеально для кофточки на раннюю осень. Следующая кофточка вот такого лавандового цвета нежного. Красивый, милый принт. Такая кофточка стоила 300 рублей. Эта кофточка с такого же материала, как и предыдущая. Я не очень люблю, когда у собачки открытая спинка или попка, поэтому кофточки я беру подлиннее. Но здесь нужно подкатывать рукава, иначе передние лапки будут вылетать. Купили вязаный свитер, вот такой узор на свитере с горлом. Мягкий и уютный свитер, который будет согревать Лису не только осенью, но и зимой. Для задних лапок есть лямки. В тепле будет даже горлышко. И последнее, что мы купили для собачки. Вот такая розовая ветровка. На клепках. Светоотражающая лента. На капюшоне тоже.
Очень яркая, красивая ветровка, на спинке есть утяжка, чтобы регулировать размер. Мы брали с тем учетом, чтобы под ветровку можно было надеть, например, тот же самый свитер. А на этом у меня все. Спасибо за ваши просмотры, лайки и комментарии.